Сотрудники Почты России отправились по зимникам и ледовым переправам к жителям отдаленных районов Ямала. Корреспонденцию доставляют почти в 20 населенных пунктов. Протяженность зимних маршрутов в округе составляет около 3000 километров. Победную серию новоуренгойского «Факела» прервали волейболисты из казанского «Зенита». Матч 18-го тура чемпионата России длился недолго и завершился со счетом 3-0 в пользу гостей. В 2018 году более 50 многодетных ямальских семей, выбравших денежную альтернативу бесплатному земельному участку, получат господдержку. Списки поступят в окружной департамент строительства и жилищной политики до 1 июня.